35 пришкольных площадок начали свою работу в Петропавловске. Летние каникулы. В них проведут порядка 3000 детей, из них 319 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. На открытии пришкольных площадок побывала и наша съемочная группа. Летние каникулы для школьников – пора долгожданная. Проводить свой отдых многие из них будут на пришкольных площадках. В средней школе номер 4 детей встречают торжественно. Педагоги подготовили концерт, конкурсы и немало приятных сюрпризов. Вентилятор, 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 на площадке в школе номер 4 летние каникулы за два сезона проведут 230 детей младших классов. Из них 16 учащихся из малообеспеченных многодетных семей за счет городского бюджета будут питаться бесплатно. И культурно, и физически дети будут оздоровлены и заняты в летний период, летние оздоровительные площадки. Дети такой организации летнего отдыха на пришкольных площадках довольны, посещают желанием, принимают их здесь в первой половине дня. Мне очень нравится площадка. Я первый раз пошла в площадку. Я была в настроении, в восторге и в радости. Хорошие учителя. Тут много хороших детей. Мне нравится в школе. На пришкольной площадке средней школы номер 20 летние каникулы отдохнут порядка 100 детей. Творческие занятия, экскурсии по Петропавловску – все это ожидает школьников. А сегодня для них также подготовили праздничный концерт. Такие площадки открыли в 35 школах города. Отдохнут в них порядка 2800 детей. Гульнара Калижи, Улдузбек Ермуканов, новости МТРК.